Оу, сейчас мы посмотрим страшное видео про Годзиллу. Ну а чтобы Годзилла не пришла к тебе домой, прямо сейчас поставь лайк и нажми на красную кнопку подписаться. Ведь только это тебя спасет. Поэтому быстрее, давай быстрее, нажимай. Ну а мы начинаем. Окей, ребята, видео начинается. Так, это у нас какой-то пляжик. Нифига себе. Офигеть, он построил фигуру. Обалдеть, я максимум, что мог построить на пляжу, это какой-то, знаете, странный такой корявый замок. А это прям целая скульптура. Так, окей. Воу, это кто это там такое? Это, скорее всего, да, это Годзилла. Ребята, посмотрите, какая она огромная. Офигеть. Воу, все срочно убегайте. Годзилла нападает на людей. Ё-моё. Офигеть. Так, все, минус скульптура, минус ее голова. Так, что он делает? А, пытается построить голову? Воу, нифига себе! Какая она здоровенная! От одного ее прыжка, мне кажется, может начаться землетрясение. Ну реально. Воу, серьезно, ты расстроен, что ты сломал скульптуру? А ничего, что там большая такая крокодилина ходит? Так. Так что был за человек там в песке? Так, какой-то волейбольный мячик. Оу, мне кажется, это он зря сделал. О-о-о, все, Годзилла обратила внимание, все, беги, вали отсюда. Ё-моё. Так, самое необходимое взял. Это, конечно же, совочек. Так, ладно, он пытается убежать. Оу, а где военные? Серьезно? Ну, да, это реально необходимо сделать. Нужно очистить себя от песка и продолжить убегать от Годзиллы. Так, ладно. Нет, реально, а где военные? Почему никакой сирены нет, никакой тревоги? Вообще никого нет, ребята. Как будто вообще всем наплевать, как будто она каждый день нападает на этот город. Оу, офигеть, у нее сила! Так, а как победить Годзиллу? Окей, ребят, сейчас мы узнаем с вами, как же победить этого огроменного монстра Годзиллу. Окей. Так, все люди паникуют, но военных до сих пор нету. Воу. Воу, офигеть. Она уже близко. Так, это что такое у него? Так, какие-то приборчики. Воу, это пулемет. Офигеть. Но мне кажется, ее кожа непробиваемая. Мне кажется, пули ее не возьмут. Так, патроны кончились, а Годзилла продолжает фигачить все в подряд. О, вот уже военные подлетели, но они просто врезались в Годзиллу. Так, ладно, он уезжает в другое место. Как я понимаю, все происходит в Китае или это Япония, я точно, ребят, не знаю. Воу, ну выглядит реально очень круто. Так, какая-то собачка. А, он решил спасти собачку. Круто. Так, ладно. Окей, он поднимается куда-то наверх. Он что-то задумал. Это же видео называется «Как победить Годзиллу». А значит, сейчас будет пробовать разные методы для атаки на Годзиллу. А, серьезно? А, он решил заснять видео? Ну и правильно, почему бы и нет. Так, окей, воу, офигеть. Она просто все самолеты фигачит. И здание. Так, он взял базуку. Так. Блин, прикиньте, реально на ютубе будет чувак, который будет снимать противостояние реальной Годзиллы и делать такие лайфхаки. Первый лайфхак. Вам нужна базука, чтобы победить Годзиллу. Ну-ка, посмотрим. Оу. Мне кажется, Годзилла разозлилась. Все, беги, чувак, беги быстрее. Нет. Ё-моё. Все, минус камера. Или он успел? Он успел. Спасти камеру? Серьезно? Офигеть. Так, она пытается его найти. Воу, что такое? Это кубик, это лего? Так, еще он придумал. О, это ты зря, чувак, сделал. Сейчас тебя испепелят. Так, а кто это сделал? Серьезно, она его не заметила? Так, ладно, он будет еще раз кидать? Эти, конструктор лего? Так? Он над ней издевается, он кидает и прячется. Блин, воу! Так.
Так, окей. Она его не замечает. Он... Блин, мне кажется, с помощью Лего нифига не получится остановить Годзиллу. Ну реально, вот на что он надеется? Все, его спалили, а? Все, беги! Быстрее беги! Так, окей. О! Что у него было на штанах, ребята? Ё-моё! Так, окей. Блин, ну реально, Годзилла очень огроменная. Так. Ок, это что такое? Что он хочет сделать? Он на нее залезает! В каком-то хим-костюме? Оу, это он зря сделал! Ё-моё! Кстати, ребят, после этого видео у нас начнется видео про Сиреноголового против Годзиллы. То есть мы увидим с вами бой Сиреноголового и Годзиллы в реальной жизни. И я, знаете, мне кажется, что Сиреноголовый сможет победить Годзиллу. Ну а пока что мы смотрим, как же может победить Годзиллу обычный человек. Так, он что-то придумал, у него что-то в сумке находится. Так, на заднем плане я вижу там летающие вертолеты. Так, какие-то гранаты. Перчик? Перчик чили? Серьезно? Ё-моё. Мне кажется, это плохое оружие. Так, какой-то острый соус. А, возможно, он хочет сейчас это все дело полить, чтобы реально было очень остро. И закинуть в пасть этой Годзиллы. Надо теперь привлечь ее внимание. Эй, крокодилина, смотри, что у нас есть. Так он с помощью дрона везет перчик ей в рот. Так, о... О-о, сейчас будет извержение. Посмотрим. Как же подействует желудок Годзиллы? О-о-о, посмотрите, она стала красная, как лава. Офигеть. Мне кажется, она стала еще сильнее. О, мне кажется, она эволюционировала в сверх Годзиллу. Офигеть, это что такое? Какой-то амулет? Что он хочет сделать? Офигеть, ребят, посмотрите на Годзиллу. Так, она что-то не работает? Давай включайся, зараза. Включайся быстрее. Ё-моё, какие-то неполадки. Что это такое? Какая-то рогатка? Окей. Что-то у него все-таки не включается. Воу, что такое? Это батарейка? Серьезно, этот амулет работает на батарейках? Так, окей. И что же он делает? Ну-ка, посмотрим. Воу! Нифига себе! Он превратился в супергероя! Офигеть! Ребят, что это за супергерой? Если вы знаете, напишите в комментариях, просто я реально не понимаю. Я первый раз его вижу. Серьезно, это было очень легко. Так, окей, ребят, начинается второе видео. Как раз таки бой Сиреноголового и Годзиллы. Снова мы находимся на пляжу. Или на пляже, как правильно, ребят. Точно не знаю. Окей, все. Минус скульптура. О, посмотрите, на заднем плане уже Годзилла выходит на сушу. Обалдеть. Ну это реально крипово выглядит. И очень реалистично. Так, все. Все люди начинают в панике убегать. Ну и правильно. И что? Серьезно? Он снова хочет отряхнуть ноги перед тем, как бежать? Чувак, у тебя нету времени. Тебе надо быстрее валить отсюда. Так, ладно. Что вы снимаете? Бегите! О, кстати, а тут уже военные самолеты намного быстрее среагировали. Там снова кто-то в песке застрял. Так, ладно. О, давай, давай, помогай, помогай ей. Вытащи эту девушку из песка. Так, опа-на. О-о-о, романтичная музычка. Смотрите, он влюбился в эту девушку. С первого взгляда. О-о-о. На заднем плане Годзилла танцует. Все, бегите. Потом вы там познакомитесь поближе. Сейчас самое главное это убежать от этого монстра. От этой крокодилины. Так, все, бегите. Воу, офигеть. Так, ладно.
Блин, интересно, а вот реально, в таких случаях куда лучше бежать? В какие-нибудь бомбоубежище, может быть? Так, ну блин, ну Годзилла продолжает фигачить все на своем пути. Так, все бегут, бегут. Спасайтесь быстрее! Устали? Серьезно? Потом отдохнете, давайте бегите! Так, они кого-то заметили? Ой, я слышу сирену. О, ребят, посмотрите, это сиреноголовый! Офигеть, он тоже огромный! Он чуть их не раздавил! Все, бегите! Что вы снимаете? Нет! Пипец, сиреноголовый раздавил людей! Так, ладно, военные, они приготовились к стрельбе! Но мне кажется, сиреноголового этим не возьми, не взять. О, смотрите, он просто берет и всех кидает. Офигеть. Нифига себе он бежит. Так, ладно. Сиреноголовый его догоняет. Блин, давайте быстрее бегите, бегите, бегите. Так, окей. Они забегают в какой-то переулок. Воу. Так. Блин, на самом деле... Рядом с зданиями лучше не держаться. Что угодно может упасть. О. Сиреноголовый просто хватает людей и кушает. Так. Хотя, возможно, это безопасное место. Тут вроде бы ничего такого нету. Что может упасть тебе на голову. Если, конечно, Годзилла не разрушит дом. И обломки... О, серьезно! Смотрите, реально обломки упали на эту девушку. О, нет, они даже не познакомились еще. О, божечки ты мой. Может, все-таки все нормально? Может, она все-таки все еще жива? Давай, вставай, 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 вставай. Где эта девушка? Ты должен ее спасти. Нет, ее придавил камень. О, нет. О, боже мой, ребята. Это все из-за Годзиллы. О, или это из-за сиреноголового? Так. Сиреноголовый рядом. Офигеть, у него клешня! Ой, так он начинает вспоминать свою возлюбленную. А на заднем плане сиреноголовый летает. Оу! Так, все, он пришел в себя. Ему надо продолжать убегать от него. Так, снова классная походка, побег. Так, ладно. Окей. Он куда-то... Куда он убегает? Оу! Он вернулся на место, где были военные. Так, он берет базуку. Но мне кажется, раз военные не справились с сиреноголовым, то и он не справится. На что он рассчитывает? Так, ладно, но он все равно прицелился. Воу. Так. Нет, сиреноголового этим не возьмешь. Так. Опа-на. А вот и Годзилла. Наконец-то, ребята, сейчас будет бой. Между сиреноголовым и Годзиллой. Ребят, вы как считаете, кто победит? Сиреноголовый или Годзилла? Прямо сейчас напишите в комментариях, а потом проверим, угадали вы или нет. Ну, мне кажется, все-таки победит. Ну, возможно, сиреноголовый. Потому что он SCP-монстр. А SCP-монстры, они, знаете, они такие, как бы, не знаю, неубиваемые. Окей, так он пытается все-таки расчистить путь. Все-таки спасти свою возлюбленную. Так, все, ну откидывают все камни. Всякие железяки. Окей. Но она вроде бы невредимая. Так. О, она пришла в себя, ребята! Она жива! Фух, ну слава богу. Так, все, теперь валите, давайте быстрее валите отсюда. Блин, ну нет, она все-таки ранена. Ну, более-менее нормально все с ней. А вот, ребята, и Махач, который мы все ждали. Сиреноголовый против Годзиллы в реальной жизни. Так, смотрите, сейчас будет супер удар от Годзиллы. А, у нее не получается. Сиреноголовый глушит ее удар с помощью звуковых волн. Обалдеть. Так, ладно, у нее что-то еще в мешке осталось. Что это? Серьезно? Лук из Майнкрафта. Какая-то игрушка. А... Покемон. Покемон эти, не знаю, как это называть, штуки. А, странный журнал. А, трансформеры. А, мне кажется, это не поможет. А, он решил это не выкидывать. Большие Apple Pods. Так. А, смотрите, он решил. А, скорее всего, он сейчас вставит наушник в ушные раковины Годзиллы.
и она не будет слышать этих звуковых волн. Да, посмотрите, что он вбивает? Годзилла Мьюзик? Серьезно? Музыка для Годзиллы? Окей. Сейчас Годзилла под музычку будет фигачить сиреноголового. Так. Окей. Смотрите! Годзилла использовала суператаку! Все лучи из нее просто разлетелись! Офигеть! Так. Ну а теперь время знакомств! Наконец-таки! Они смогут нормально познакомиться. Так, ладно, она бежит ему навстречу. Или что? Или наоборот от него? Ну я очень рад, ребят, что получилась реально очень добрая концовка. Оу. В смысле? Нет! У нее был парень! Ну блин, она просто его использовала, ребята! Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!